Всем здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня мы вышли на мост к львам вечером. К сожалению, совсем не было времени днем. И будем вам чего-нибудь показывать интересного. Вот мы видим то, что Рамзес и Тая лежат на озере, на берегах озера. Луна, вот она, красотка наша. Многие спрашивают, где же Сирона? Сирона у нас в отдельном домике сейчас. Сказала то, что не хочу выходить. У нее периодически такое бывает, так как Сирона-львица у нас немножечко волшебная, своенравная и очень характерная, поэтому, конечно, нам приходится считаться с ее мнением. То есть, если остальные львы более стабильны эмоционально, Сирона бывает качается на таких, так сказать, эмоциональных качелях. Так, это Альтаир у нас. Вот так вот, пора бежать. Скажи, пора бежать, Вить, посмотри. У меня очень много дел. Алена, посмотрите, мы опять можем увидеть, как у нас идет Алена. И сейчас мы пронаблюдаем, как на нее реагируют львы. Альтаир пытается до кого-нибудь задираться, но он не знает, то, что Сандра готова. Вега, сестра, побежала. И еще кто-то. Орион и Альтаир. Мы косим, как я вам уже рассказывал, да, некоторую часть вольера, чтобы львам было удобно полежать. Но также они могут уйти в заросли и отдохнуть там. Упали. Упали, ребятки. Астрочка пошла к Алене. Вот так вот, вот так вот. Астра, поаккуратнее, пожалуйста, ходим. Побежала, побежала. Мать. Все за мамой, повалили. Молодцы охотники. Вон там Алена у нас идет. Вот так вот. Давайте посмотрим, где у нас Гефест. Вон Геф пошел к озеру. Луна, ну ты прекрасная львица. Какая ты красивая. Насколько ты шикарная. Смотрите, папа и сын просто. Рамзес. Рамзес и Гефест. Нет, дорогие друзья, по-моему, я вас обманываю. Это все-таки Ричард. В камере более приближенно. На глазах. Это Ричард, да. Вот так вот на берегу озера мы легли. Вот так вот, скажи. До мамы все задираются. За хвост, конечно же. Но как иначе? Уже такой лоб большой. А он все зависит от мамы. А вот здесь вот Рамзес сразу видно, что более строгий. К малышам воспитывает их. Поэтому тут сразу все ясно. Так, нашли в колесо. Сейчас, да, упасть надо, это просто необходимо. Сотрудник идет, и Рамзес пошел на охоту, видите? Сотрудник из строительной бригады. Вот всю охоту. Сбила, это Сандра у нас. Так, все же. Опять Астра получает, так рыкнула, все испугались. Симба пришел разбираться, кто обидел Астру. Не я такой. Извини, пожалуйста, Симба, не надо ругаться. Симба пришел на разборки. Видите, малышей все трепетно к малышам относятся. Никто малышей не обижает. Это очень важно. Во, побежали, ребятки. Бывает, все-таки Симба скажет свое «я». То, что, ну, вы только что видели, да, как нехило мелочь пузатая ущипнула его за шкуру, прям оттянула. Конечно, он это терпеть не будет. Вот такое вот лежбище котиков у нас. Здесь тоже один котик в траве валяется.
Луна, ты знаешь просто, насколько ты прекрасна, да? Тебе повторять это не нужно. Луна очень белая львица. Сейчас я сделаю более реальные цвета. Это вот такой вот. А там у нас... упал. Надо так упасть, чтобы никто не понял, что ты упал. Опять Алена. Посмотрите, дорогие друзья. Алена идет, и сразу львы пошли к ней. Симба пытается задираться до Астры, пока Гефест не видит. Но потом появляется в поле зрения Гефест, и Симба говорит: я просто проходил мимо. Не надо, пожалуйста, на меня ругаться, Гефест. Ты же понимаешь, что я твой друг. Алена несет корм для хищных птиц, и львы пришли ее провожать. Здесь у нас лежит Геф и Тая. Таечка. Таюш. Она наблюдает за вектором, за маленьким. А, тут вот, тут охота произошла. Дорогие друзья, очень многие, да, писали, какие у нас... Это вот здесь мы строим... Так, палец. Строим новое здание кассы, поэтому здесь чуть-чуть еще так не очень выглядит. Но посмотрите, какие шикарные сопки. Да, вот я вам зимой рассказывал, кто с нами давно. Я рассказывал, что здесь очень красивый лес, очень красивые сопки зимой. И вот этому подтверждение. Сандра! Так, дорогие друзья, нам пора бежать. Всем отличного дня. А у нас вечер и такая вот погода.